Всем привет, с вами Топси. Смотрите, какой прикол еще получился. Давайте попробуем соседа скинуть в шахту для мельницы и им заблокируем ее. Хотя как он нам даст это сделать? Надо ее как-то открыть. Может быть, надо как-то капкан поставить. О, он меня не видит. Так, видит. Давайте его как-то обманем. Это прикол, не знаю, как он здесь оказался. Так, он свалился, что ли, гад? Он свалился. Так, ну ладно, это уже, значит, ничего не получится. Но все равно прикол получился. Почему он оказался здесь, на втором этаже? Мне это непонятно. Он будет прыгать? Может быть, его можно куда-нибудь еще скинуть? Так, он подняться не может. Да, надо шахту эту как-то открывать сразу. Да, неплохо. Видите, сколько клеев на воздухе болтается. Не попался. Смотрите. Бегает, ищет меня. Вот это да! И не разбился, видели? Он хоть прыжок заснял. Да, сосед, конечно, псих настоящий. Надо же. У него сейчас, похоже, задача любой ценой меня поймать. Это ж надо прыгнуть с крыши. Да, это точно неплохое экстренное включение. Может, я уже невидимый для него? Не. Разбьем клей. Клей крутится. Интересно, как кого он ищет, если он знает, что я здесь. Мигает, окно выбил, то есть он в потерянных вещах, но при этом еще глючит. О, еще прикол, отскочил от стекла в голову. Давайте попадемся и на этом видео закончим. Всем спасибо за просмотр, с вами был Топси. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.